Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 28 марта 2023 года. На улице около 10 градусов тепла. Ну, такой прохладный ветер. Ну, еще рано ждать тепла, а я уже мечтала про тепло. Сын сегодня немножко подкрашивал теплицу, но вижу, не везде подкрасил. Наверное, вот с той стороны, которую мы будем обшивать. Изнутри нужно. Где-то краской пахнет, а не пойму где. Он тут красил. А вот они, столбики красочные. Холодно еще и красить, и все. Ладно, я как всегда в сторону. Посмотрите, как красиво взошел мой чеснок. Вот. Чеснок, как красиво зашел. Сажала двумя методами. В длинку делала рядочки и поперек грядки сажала. И одинаково количество вошло, мои дорогие друзья. 100 штук с этой стороны и 100 штук зашло, посадила с этой стороны. Окажется, вот здесь намного меньше получается. А хотя на самом деле одинаково. Весь один к одному. Все, ничего нету плохого. Этот чеснок мне давала мама, которой уже больше нет. И вот даже вот здесь у меня всегда мокрое, и чеснок не вымек хорошо. Хорошая схожесть. А, все поняла я. Здесь у меня вот до конца посажено, а там у меня нет. Вот поэтому одинаковое количество получилось. Вот там кажется, как будто бы гуще. Вот самое, если было бы солнышко, сухо, тепло, я бы сейчас бы его прорыхлила бы. Тут у меня, вон, видите, укроп посыпан по снегу. Его вот щели туда затянуло. Вот мне срочно надо прорыхлить. Так. Вот он. Но не до конца. Завтра у нас пасмурно. Хоть и 10 тепла, но ветер и пасмурно. А здесь вот даже не знаю, что мне в конце посадить. Вот что мне здесь посадить? Не знаю. Картошки. Или, может, подсолнухи. Точно. Проращу подсолнухи, выращу и посажу. Пускай сидят. Подсолнухи или кукурузу, что-нибудь. Не будет же место зря пустовать. Посмотрим. Что-нибудь. Здесь у меня ничего нету. Вот видите, как размыло за зиму. И вот здесь у меня прижились ягодки. Прижились. Осень, сидят лето, на осень я их перенесу в другое место. А здесь всю территорию я хочу очистить для этой, для картошки, чтобы больше ничего не сажать. Только, может быть, лук и чеснок. И все. Ну ладно, мои дорогие друзья, посмотрели с вами чеснок. Вот моя яблоночка из косточки. Вот она уже скоро цвести будет. Надо обрабатывать, освобождать и обливать тоже внизу. Ну вот, мои дорогие друзья, показала вам, как взошел мой чеснок мамин. И давала мне моя родственница. Вот два вида у меня. Только не знаю теперь, где мамин. А где родственница давала? Это нужно смотреть видео, по видео определю. И лучок. Все стоит как солдатики. Но лучок потом попозже, через недельку покажу. Заходите в Усти, мои дорогие друзья. Буду вам всегда рада. До свидания. До новых встреч. Пока.